все-таки они молодцы. Такой сюрприз устроили. Хорошо, что они в последний день сказали. У меня еще есть время организовать им свадебную вечеринку. Да. Только надо подумать, что бы им такое подарить. А как ты думаешь, что? Даже не знаю. Ну, давай порассуждаем. Давай. Что, смотри. Поженится. Дети пойдут. Угу. Гнездышко свое захотят свить, но не будут же они всю жизнь на моей шее висеть. Правда? Своя квартира им нужна? Да. Да гениально, Соня. Я подарю им квартиру. А когда мы построим семейный центр, они же смогут там работать. Да. Со временем, конечно, они откроют свой бизнес. И тогда будет сами себя обеспечивать. Джо, дайте.